Зовут меня Владимир, можно Вова. Моя фамилия Краковецкий. В данный момент являюсь соучредителем компании, которую я создал. Это компания ABC Name. Она, по сути, является таким прообразом как бы того, к чему я стремлюсь в мире IT-технологий. Я родился вот айтишником. В школе даже меня называли таким компьютерным гением. Я из немногих разбирался, каким образом можно что-то строить на компьютере, там, какие-то там по управлению программами и так далее. Мой главный такой жизненный посыл — это вот нести в народ как бы просветление с точки зрения именно технологий. То есть как вот технологии могут влиять на нашу жизнь, как они могут помогать нам, как они могут ее улучшать. Люблю участвовать в очень интересных каких-то вот проектах, которые, опять же, построены на какой-то вот энергии энтузиазма. Когда об этих там проектах кому-то рассказываешь, ну, как бы человек такой более приземленный, там, сказал бы, вот, чувак, зачем, ну, то есть, как бы, займись чем-то полезным, там, этот. Ну, а много, как бы, людей, именно которые вот правильно мыслят, они сразу вот выкупают это и вау. А я даже об этом не подумал. То сам энтузиазм — это главный момент мотивации вообще людей. Ну, мотивация просыпаться утром и вставать с постели. То есть у тебя должна быть какая-то генеральная задача вообще в жизни, к которой ты идешь. Я очень люблю прописывать свои планы на будущее, то есть на 5 лет, на 10 лет, на 20 лет. Они могут меняться в зависимости от того, какие обстоятельства приходят. Потому что этот мир огромен, он больше нас. Мы не можем его вот так взять через колено, переломать. Вот тот чувак, который пел, что однажды мир прогнется под нас, ну, сори, бро, но это неправда. Надо ценить свое время, вот именно ценить. И его надо, первое время, оно любит планирование. То есть время — это по сути тоже ресурс. Если мне будет стоять задача вот сейчас найти свободное время, я могу вот в этот момент вот так взять и выделить. Когда заходит солнце, на самом деле начинаются как бы такие глубокие уже мысли, которые пробуждают интуицию на самом деле. И почему там ночью все там стремятся работать? Потому что все угасает, затихает, и они могут сконцентрироваться, поднять что-то с глубины. И вот это что-то никто даже не может объяснить, но все им пользуются. Наша жизнь, она вся цикличная. И вот эти циклы, они там годичные, суточные. Мы ходим по кругу на самом деле. И наша главная, наверное, задача и цель — выйти с этого круга. Завершить его. Но завершить правильно.